Всем привет! Хочу показать вам две задачки. Дешевые, но не сложные. Вот. Вот этот номер по одному центу. И вот этот вот номер. Вот я их уже как бы отметил. Только прокомментирую. Так вот, 642. Смотрим на картинку. Тут видно, что люди несут пострадавшего. Значит, отмечаем пострадавших людей. Тут видно, что гуманитарку какую-то получают. Помощь, волонтерство. Тут мы не видим ничего связанного с катастрофами. Ставим не связано. Тут, скорее всего, что-то горело. Пожар. Значит, выбираем инфраструктура, ущерб полезности. Это вот, ну, сюда относятся все наводнения, пожары, короче, всякие такие бедствия. Тут тоже пожар, инфраструктура. Выбираем. Тут опять пожар, опять, в принципе, тут беспилотник. Не связано, опять пожар, инфраструктура. Тут у нас показано на карте, типа, что какой-то циклон или что. Пожары отмечены на карте в Калифорнии, видимо. Поэтому отмечаем другой соответствующей информации. Тут опять же видно, что пожар, инфраструктура. Все, отправляем. О, на тебе, три ошибки. Так. Инфраструктура, ущерб, волонтерство, раненые или погибшие. Вот оно что. Вот. Учимся на моих ошибках. Так, тут у нас повреждение транспортного средства. Чесались руки, даже поставил, брал транспортные средства и поменял. Так, значит, крупным планом, если у нас транспортные средства, значит, надо их выбирать. Так, тут, походу, тоже транспортные средства. Все понятно. Так, идем другую, посмотрим. Так, тут у нас волонтерство. Помощь, волонтерство. Тут я не пойму. Тут вроде сидят на берегу. Не похоже на купающихся. Может быть, какой-то циклон, наводнения. Ну, ставлю инфраструктуру. Может быть, люди ранены. Посмотрим сейчас. Так, тут гуманитарка. Тут наводнение у нас. Инфраструктура. Тут непонятно, иероглифы ставим не связаны. Тут тоже иероглифы не связаны. Тут гуманитарка, волонтерство. Тут опять не связано. Так, тут у нас наводнение. Тут как бы нету крупным планом машин. Тут и дома разрушены, и машины плавают, значит, инфраструктура. Тут то же самое. Отправляем. Так, вот она ошибка. Ага, тут не связано, надо было выбрать. Что-то я так и подумал. Все, всем удачного выполнения. Всем пока.